На фоне гражданской войны. Чтобы духа большевистского здесь не было. Когда армия белогвардейцев измотана. В агонии Россия, матушка, бьется. Нужно принять срочные меры. В гражданской войне, ваше превосходительство, каждый воюет за себя. Привлечь на свою сторону инвесторов. О какой сумме идет речь? 700 тысяч рублей золотом. И поставить на кон их жизни. Как думаете, они принесут деньги? Не подозревая. Это мой вклад в победу над большевизмом. Что операцию контролирует кто-то другой. Никто из вас не покинет эти стены, пока не будет найден камень. Контрибуция. 1 сентября в 20:50. Премьера на русском «Иллюзионе».